Егор Борисов участвует во втором заседании Совета сотрудничества между регионами Дальнего Востока России и Северо-Востока КНР. Глава выехал с докладом презентации для региональных руководителей Китая и представителей деловых кругов. Также Борисов рассказывает китайским партнерам о наиболее привлекательных и перспективных инвест-проектах в республике. Сегодня глава написал в своем инстаграме о беседе с предпринимателем Тао Джанем. В Поднебесной очень любят продукты питания, произведенные в России. Есть даже спецсупермаркеты, где продают только российскую продукцию. Надеюсь, что наши якутские экологически чистые и полезные деликатесы со временем проторят дорожку в Китай, пишет Борисов в соцсети Инстаграм.